Всем привет! Здорово, чуваки. Нет, Даня, ты должен был сказать иначе. Давай заново. Давай. Я сказал, как я должен сказать. Сзади, сзади, Никита. Даня, а что там про Наруто? А, Наруто, точно. давай. Говори. Давай. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. Все. Теперь все правильно. Ну а если по-хорошему, Давай, я то всем убиваю привет, лучника. друзья. Даня убивает лучника. Плохой. Да, Даня всегда был таким. Добро пожаловать в Mind Souls, самый жестокий мод на Майнкрафт, а точнее на нашу сборку. Как можете видеть, нас уже избили рыцари. Ну, в принципе, все по стандарту. Думаю, люди, которые следят за нашими великими похождениями, уже знакомы с данными ситуациями. Поэтому описывать их нет смысла. В этой серии, в сегодняшней серии, мы отправимся в замок, который мы нашли еще в самых первых частях, возле нашего дома. Вот. И постараемся исследовать его. Нам в этом поможет Даня. Да, Даня? Даня? Спасибо. Даня? Да, я в этом тебе помогу. Я знал, что ты не откажешь. Ай. Кстати говоря, у меня там уже крыса запекается. Так вот. Крыса запекается, что? Даня, отсылки на каждом углу. Давай попробуй с трех раз угадать. Ну как к Я чему? нашел место У спавна. меня уже Я понял. крыса запекается. Ты понял, где они спавнятся, Никита? Кто именно? Рыцари? Рыцари и лучники, вообще кто угодно. Нет, давай я к тебе телепортируюсь. Где? А, это? Слышишь это? Ты Справедливо. их спавнил. Хорошо. Ну, мог на самом деле ты оставить, потому что мы бы так фармили опыт. Я А, да, честно на самом деле. признаюсь. Да. Так, ладно, все, идем к другому замку. Давай Мне ты так их надо. отвлекаешь, а я... Хорошо, давай. Мы вместе их отвлекаем. И ничего не получается. Да уж. Ну их У же них. четверо. Ну, плюс у них еще и ров с водой. Так, ребята, вы, между прочим, почему с нами воюете? Мы же вас просто разграбили. Даня, я ломаю спавнер, не мешай мне. Ох, как я приблизился. Чтобы все видели. Ой. Черт, я не хотел сломать. Вот зато у меня есть тут. Теперь. Вы не попадете, вы не попадете. А. Дай-ка я... Дай сломаю спаунер, не мешай. Ладно. Голова Даника. Пусть будет здесь. Но. Так, этот лучник. Такие ничего нет. Потому что мы его уже облутали давно. Опять дождь пошел, да что ж такое? Так, ладно, побежали в замок, который другой. За мной беги. Подожди, нужно посмотреть, почему они еще спавнятся. Да пусть спавнится. Что ты? Может, это под камнями тут что-то? Да, Даня, тут Может. один спавнер, это камень. Дай мне ж спавнер твой сломать. Все. Булыжник, да. Два булыжника и два спавнера. Готово. Так значит, надо и под ними тоже их сломать. Ну, сломай. Да, видишь? Интересно замаскировал, да, создатель? Да. Ё-моё. Так, ладно, ты как хочешь, а я к замку побежал, который наш. Не наш пока еще. Вскоре будет наш. Можем этот замок нашим сделать. Нет, тот лучше. Это просто, это не замок, Даня. Это чисто, знаешь, небольшой фортпост, который стоит на границе между двумя государствами. Чтобы, например, какая-то тележка нелегально не везла. Не слышишь, Что? эти чуваки спавнятся. Ну, спавнятся, пусть спавнятся. Пойдем, забей на них. У нас есть заботы поважнее. Я нашел данж, где я видел уже один сундук. И несколько охранников-големов. Поэтому я думаю, это поинтереснее будет. Как для нас, так и для вас. Ананас. Пойдем. О! Еще один данж! А нет. Давай, я иду. Подожди, этот я ранее не видел. За мной Кстати, у иди. нас же есть с тобой этот самый waypoint, там, где нормальный данж. Я знаю, мы туда пойдем. Но сейчас я нашел еще два перед нами. Даже еще одно поселение. Тогда не что это за дом? Понял, я все понял. Это все то же самое, понял.
Нет, тут просто уже мертвые слуги некромантии. Что? Даня, они могут пить зелье скелета. Да, их сделали как NPC. Попробую их с лука выносить. Плохая идея. Ничего плохая, вот я всех вынес. Спасибо за опыт. Так, тут еще внизу есть проход. Стой, внизу есть проход, Дань. Давай пойдем наверх сначала. О, тут песик. Прости. Я думал, это волки. Прости. Я не хотел. Песик. Даня, помогай. Ой-ой-ой, здесь кольчужный. Помоги мне. Нет, это ты мне помогай. Тут... А, ладно, они друг с другом. Три. А, все, я уже всех троих замучил. Так, вы не пройдете. Так, что здесь? Картина, собираем. Ой, это картина смог прям. Вещь красивая. А, я понял. Тань. Что? Тут волшебник. Маг. Вау, три изумруда. А, чего они пассивные? Пока я их не бью. А, они на тебя сагрены. Понял. Ты первый их логово типа да. Дам. Слышишь? Давай тогда я здесь стою, а... Да раз... если меня не убьет маленькое деревце. Фух. Так, получается у них довольно за... О! Да, они сундуки. Тут куча еды. Это, кстати, довольно полезный сундук. Мне такой нужен был. Позарез причем. А у меня сундук с тремя изумрудами был. А у меня сундуки с едой. Видимо, кто в чем нуждается, тот то и получает. Алмазным топором. Алмазные топоры, это наши любимые. Нет, я упал. Ну я упал в воду, слава богу. Так, тут есть еще подъем наверх и даже. А, слушай, у них нехилый такой данж. Да. Причем такой вообще. И все сагрены. На тебя. Давай быстрее. Быстрее что? Я не знаю где. Лутай. О, здрасте. Тут у них... Тут у меня какие-то реально сложные чуваки лезут. Спектр баннер. У них тут их знамена. А там еще рядом замки. Еще и криперы. Слушай, мы можем их реально оккупировать. И использовать в наших собственных целях. Это ж представляешь? Будем строить коварные планы, как Мориарти. Так, ладно, я их трогать не буду, знаешь. Пока они... Злодеи. Нет. Но. Да. Да. Так. А, тут ты, видимо, уже все облутал, да? Один сундук только. Такой маленький? Такой маленький. Обычный. На башенке? Да. Все понял. Значит, тут ты уже был. Железо. Сколько кровати, их надо ломать, походу. Я две там сломаю. А подожди, тут еще один был. Тут были кости. Понял, здесь кровати. Давай. Итак, друзья, мы вернулись. Мы вновь на линии связи, и мы видим лошадь-скелет, которую я бы хотел приручить. Но я не знаю чем. Может, костями? Которую я бы хотел приручить. Ну, ты же знаешь, как я люблю лошадей-скелетов. Вот-вот, это еще более странно звучит. А, у них отсутствует... Будь здоров. А, ее можно приручить! Костью! Костью? Она умирает, лошадка нет. Уйди, глупенькая. О, черт, я ее... Чувак, Даня, седло как сделать? Седло как сделать? Здесь все на меня. Как седло сделать? Срочно. Да, седло как сделать? Ну, есть кожа. Кожа есть, три. Что, как сделать? Я не знаю, ты не сделаешь. Спасибо. Чуваки, срочно информацию, как седло скрафтить. Срочно в живом времени комменты оставляйте, как седло сделать. Как сделать седло? Где седло? Я не вижу его. Где седло? Я не вижу его. Никита. Отстань, седло. Здесь наездники пришли. Мне все равно. Убей их, но не трогай лошадок. Не трогай моих коней. Ой, здесь пёсель. Вот, седло. О, нифига себе, что-то дорого. Тут я не могу. Пёсель. Даня, роскошные седла. У них там лава.
Черт возьми, меня сейчас здесь замочит, походу. Так знаешь, я их тут оставлю. Сам пойду вот сюда. Добрый день. Ой, о, Даня. Алмазный хрен. Тут не только алмазный, тут еще и такой нехилый. Он отступает. Ну я всех скинул. На. А, и алмазного тоже скинул. Так, я хочу найти... О, сундук. Золото, железо, изумруды. И три наковальни. Забираю все. Они нам понадобятся в будущем. Я в этом уверен почти на 100%, что у нас может, здесь. Берем себе этот замок. И... Нет, Даня, там замок есть более лучше для нас. Здесь куча еды, Никит. Я знаю, я... Возьми. Я просто нашел другой замок, который немного больше для нас подойдет. В рамках. Да, я тебе потом, ну, сегодня покажу. Ну-ка, пойдем в серии. Так, здесь алмаз. Чего-то. Забирай ее. Ты знаешь, что ага, делать. Только я не могу ее так забрать. О, алмазы. Забери ее силой. Плотный блок. Алмазный? Нет, простой. А, просто блок, что ли? Нотный. А, вижу тебя. Привет. Привет. Так, там я уже облутал. Направо. Нет, назад, назад. Там нету. Назад, я хочу пройти, там должны быть кровати, их надо ломать. Хорошо, ты иди туда, а я пойду сюда. Кровати это спаунеры. Понял. Ой, алмазный чел. Возьму на заметку. А, бойся света. Это меня сейчас не бьют. А меня бьют спереду. Ну так это лучше, чем сзади. Пытался хилиться, да, ничего не вышло. Пиши, так, что-то идти. Я буду морковку кушать. Морковь, как говорится, вещь хорошая. О, здрасте. Черт возьми, я его почти убил уже этого алмазного, но он взял и отрегенил сразу. Давай, давай, иди ко мне. Он меч алмазный выкинул. Да? Да, сейчас возьму. А мой сердце выкинул. Желтое. Класс, меч. Так, топор тоже я подберу, наверное. Вместо чего, чего, чего? Мне все нужно, редстоун. Так, у меня для тебя подарок, скелетон. Они два блока. Я знаю. Ну, слушай. О, по-моему, я зашел в их хранилище, ой, так сказать. Походу, я в их хранилище тоже. Не-не, Даня, я тут в таком хранилище. У меня полностью алмазный, причем полностью двойной прокачки. Здесь офигеть, какая здесь зачарованная комната. Очаровательный лабиринт. Офигеть, это... Да, замок поистине опасный и кишит давай, монстрами. Давай, сколько мне его еще бить? Отступает, отступает, ступай. А что? Он отхилил. Даник, это да, слишком он... сложно. Они реально, их не убить тут так просто. Так я к тебе, я такой прямо рядом с тобой. Кирка выпала, алмазная. Ой, что это за хрен такой? Я о том же. Мочи его. Супер бронированный. Давай мы его с двух сторон обойдем. Зачарованная комната, подожди. В ней явно должен это быть тайник. Это лабиринт, и там довольно сложно. Просто сейчас надо будет ломать. Дай мне меч, пожалуйста. Нет, мы его сейчас убьем, давай. Вдвоем, Даня, двойная сила, двойная мощь. Мечом луцуй. Огнем и мечом. Может, я его киркой буду мочить? Давай, попробуй. Ага, тэпайся на меня быстрее. Он медленный. Подожди. Я убил его. Друзья, значит, зашли мы, прошли лабиринт. Даня прошел лабиринт и нашел такого чувака. Ну, и он против... за нас! Это дамми какой-то. А как? Что с ним делать? Дамми. Ну тогда дропхенд. Походу его можно экипировать как-то и сделать так, чтобы он за нами следовал. Follow. Вот тут нажми follow, Даня. Следуй за мной. Нажимай ты, мне никто не нужен, чтобы меня. Хотя ладно. Да что ж такое? Все, он за мной следует, Даня. Это мой личный дамми. Я тебя назову Doom. Doomfist.
Ладно, просто Doom. Будешь коротко зваться Doom для устрашения. Так, я ничего не вижу. Липкие поршни, то, что нужно. То, что нужно для грифера. Пошел ты. Так, ладно. А ну-ка, что здесь? Без понятия. Он, надеюсь, умеет? Сундук. Едой. Еда. Смотри, что здесь есть. Да хватит лаять, уже надоело. Что здесь? Смотри. Череп скелета иссушителя. Подними. Подним. А у меня... Ладно, подним. Картофель выкину. Нет, железные двери выкину. Так, мне бы факел. Факел. Дань, ты все черепа скелетов иссушителей хорошо собирай. Все, окей. Что видишь. А я, пожалуй, чтобы мне выкинуть палку. Тогда в следующей серии можем уже сразу на иссушителя. Да, пойти. Уже можем сразу на иссушителя идти. Без проблем, между прочим. Так, слышишь? А что если мы сейчас все-таки добьем этих дебильных скелетов? Скелетов ты имеешь в виду? Ну можно, сейчас я поднимусь по лестнице, посмотрим. Я думаю, что можно реализовать. Ох, я буш. Подожди, да, а да, почему? О, золотое яблоко! А как его поднять-то? Так, ладно. Пока что все. Перестрелка пирская. Опять еда, сундуки с едой. Тут щедрые люди живут. Скелеты, видимо, знаешь... А, их бог наказал. Вот они много еды прятали. Все, а скелеты. Ты сейчас зайдешь в комнату, здесь столы лежат. Золотое яблоко мое. Я видел. Я тут только что был. А попробуй его взять. Попробуй, возьми еще. Даня Везунчик. Он, скорее всего, друзья, мы нашли психованного крипера и решили, что это стоит записать. Скелетных лошадей. Нет! Нет, я тебя спасу! Не спас. Ай, черт возьми. Ай-яй-яй-яй. Горю, горю, горю. А, кстати, из них мясо. Из скелета мясо выпало. Да. У меня, между прочим, 20 уровень. Ты зачаровалку взял? Да, взял. Да, и книги немножко. А, меня бьет ведьма. Она здесь. Мне интересно, взяла. Из них падают эти книги? В замке даже живет ведьма. Ну, я думаю, что она им снадобье и сделала. Иначе как бы они смогли восстанавливать все свое здоровье. Кстати, да. Да, поэтому тут, мне кажется, всем заправляет как раз-таки ведьма. Возможно, нам нужно ликвидировать ее. Дабы все они потеряли свою магическую силу. Ну, не знаю, сейчас проверим. А, что думаешь, Даня? Может, нам стоит действительно ведьму ликвидировать или как? Так я же любил ее уже только что. А, все? Ну да. А, пойдем тогда, давай пока этот замок оставим. Я хочу прочекать тот данж. Сломаем кровати все и тогда... Ой, здесь чувак сидел просто на полу, понял? Ну... Он именно, у него была анимация сидения. А здесь у чувака сразу два предмета в руках. Кирка и меч. Он меня и тем, и другим бил. Иди сюда. Я хорошо телепортировался. Смотри-ка. Наверх идти? Ай, ну, что? Можно кто взорвался? Наверх. Крипер? Крипер, наверное, я не взорвался. Нет, тут я был, тут ничего нет. Мы, по-моему, уже прошли. Оу. Так. У меня что-то из полноэкранного режима аж выбежало. Идем... к тому замку, к которому я хотел еще изначально. А мы вниз таки не пошли. Я пошел вниз и все облутал. Да. О, обсидиан! Так. Да хрен с ним. У нас нет кирки. У меня есть кирка алмазная. У меня есть алмазная кирка. Да. Я вас со скелета выбил. Так что все честно, все честно. Все, ломаем обсидиан. Даня, прикрывай меня, пока я тут этим занимаюсь, хорошо? Хорошо. Так, друзья, вот я уже накопал довольно-таки много обсидиана, но, как вы знаете, этого недостаточно для того, чтобы полностью снабдить нас требуемыми ресурсами. Поэтому я еще, в общем, скрафтил. Сделал. Это достаточно. Больше. Нет, 8 это мало. Нам нужно больше. Нам нужно 8. Больше обсидиана. 8, нам нужно 8. Как минимум 10. Или сколько там? Не 10? Насколько 10. Я помню, 10. Вот как раз еще 3 обсидиана и... вот кровать.
ломай кровати, дабы больше эти скелеты не тревожили нас своим нечистым духом. И здесь еще сундуки не залутаны. Два. У меня уже 11 обсидиан. Я иду к тебе. Раз ты там про сундуки. О, алмазный меч. Вау, вот это хорошо. Да, неплохо. Итак, друзья, мы выбрались из этого замка. Всех замочили. Время идти на холм. Наш старый добрый дом. И... А погнали на... в данж тот, который... Нет, мы пойдем прямо... сейчас в замок, который я хотел. Все. Подожди, не-не-не. Да. Телепортируйся. Нет, там... Я уже с тобой. Сейчас, вот телепортируйся ко мне, сейчас я тебе скажу, куда. Так, огнеупорность, давай, чтобы... Телепортируйся. Может, я не хочу. А... Ты должен телепортироваться. Что? Да, Даня, я тут. Вот данж. А, этот? Да, мы его быстренько сейчас залутаем здесь. Что? Знаю, я не знаю, что я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, Господи Иисусе, что происходит. Таня, у меня такие ресы. Ты в Африке таких не видел. Смотри, смотри. Конечно, в оба. Я не видел. Драконик Блейд, Молтен Сорт, Молтен... В общем, не знаю, что сейчас. Иди ко мне. Так, видишь, как хорошо, что мы сюда... Так, сходили. Значит... А, ну, это фигня, на самом деле. Молтен Эдж, он на 5 урона. В общем, а вот этот драконик Блейд, он на 7, как алмазный. Поэтому на тебя алмазный. А, подожди, у нас драконик где-то был уже. А вот у нас плюс 2 magical damage, рубиновый. Че, я тебя бить не могу? А, нет, могу. Подожди, подожди. Этот 3, а этот сколько? Подожди. А этот вообще не бьет. Вау, вот это меч. Так, и у меня еще обычный пояс. Ну, давайте его оденем. А я не могу. Ага. Кольцо. И кольца. Фрагменты знаний. Это из Таума. А также какой-то Уитлер на 8 урона. Это из Таумкрафта. Это нужно что-то. Сколько дамажит? 3? Ай, хватит. Смотри, маленький какой-то кинжалик скрючен. Ладно, я положу это сюда. Мне это, в принципе, пока не надо. Вот тебе Таумкрафт, твой любимый. И у меня есть... О, кольца? Нифига, ты красавчик. Нет, у меня есть некронник амулет. Я призываю, помнишь? Да, это тот же амулет, что... Да. Только он не работает. Это тот, который я нашел. Да. Когда мы только начинали, пытались начать снять летсплей, Даня уже такой находил, но он плохо работал. Поэтому мы его прячем в сундук. На страту и небесную кару 5. Знаю. Давай создадим портал в ад и пойдем в данж. Погоди, а где моя палочка? Я не брал, уж поверь. И мой там... А, точно, я же сдох тогда, и этот чувак забрал все мои вещи. Так, давай портал у нас будет, ну не знаю, где ты хочешь его сделать? Тут? Мне все равно. Главное, чтобы не рядом с домом. Странные звуки меня убивают. Ну вот здесь нормально, иди сюда. Дань. Погоди, сейчас. Нормально, короче, я строю все. Тебе сделать? А, не буду. О, мини-зомби, привет. Пока. С тобой не общаюсь. Портал в ад! Отстань. Так, Таня, я сделал портал. Дань. Круто, да. А я пока что, смотри. Точно, у нас же благодаря... Мы можем делать кучу бумаги из дерева. А, давай поставим спектр баннер. Почему бы и нет? А, это щит! Или нет? Не знаю, что это. Тебя убивает зомби! Да я заметил, спасибо. Я меч что-то убрал. Так, ладно, пошли в ад. Погоди. А дай-ка мне все фрагменты знаний, которые... Они у тебя... О, мини-босс! Здесь мини-босс. Нет, иди сюда. Бандитский здесь. Лидер! Ой-ой-ой! Вот здесь. Даня, нет, он здесь. Помогай! Да, помогай! Это... Я иду. Спасибо за помощь. Простите. Как смог, так не помог. Тут еще и паук. Даня, давай. Ё-моё, сколько этих бандитов? Точно, что лидер бандитов.
Ну да, заметно. Так, давай я тогда на хом телепортируюсь. Итак, друзья, перед нами некромансер. Мы его сейчас завалим. Я надеюсь, с него выпадет книга. И с него не выпала книга. Еее, то, что я хотел. За нами уже тролль гонится, ребята. Видите, до чего я дожились? Миниатюрное красное сердце. Дань, тебе нужно? Да, было бы неплохо, но он меня как-то дофига быстро убивает. Кто? Тролль. Мы тогда его в прошлый раз вдвоем мочили. А, вижу, вижу. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я иду, я иду. Нет, я не иду, я ухожу. Где он там? А вот. Да я не могу, блин, уйти. Я иду. Помогаю. Ай-яй-яй, ай-яй. А, что за бред? Да, он действительно мощный враг. Так, друзья, оказывается, тролль все еще жив. Складываю пока все награбленное, честно. Слышишь? Вот, смотри, как я выйду. Где он? В соло. Сейчас замочу его в соло. Давай, Дань. Я его сбоку. Готов. Убили. Ай, я прямо на него. Ай-яй-яй, а чё меня до сих пор бьет? Да, из него выпали металлические коинсы. И как вроде как изумруд. Да. Смотри. Да. Давай я кладу в сундук. Подожди, я что должен ж? Добить этого. Кого? Где ты там? Надо добить этого тролля. Ну хорошо, давай. Вон он. Тролль, ты ничто против нас. Да, это действительно он был простым. Да, из него все-таки изумруды. А вот еще некромансер. А, нет, это варлок. Ну давай, его тоже можно. Простите. Книга не выпала. Что... Ай. Ты меня выпал что-то... из мира. Спасибо большое. Что ж, друзья, серия получилась довольно-таки насыщенная. Надеюсь, она вам понравилась. Увидимся в следующей части, в главе наших великолепных похождений. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока.